Кто-то мне звонит. Алло? Алло! О, баб, привет, чё? Слушай, чё, ты можешь ко мне прийти, а? А чё случилось? Да я не знаю, мне кажется, у меня палёным понят. Чё-то горит, что ли? Да я вот и не понимаю, ладно, если честно. Чё-то хорошо, горит, всё. Хорошо, поэтому сейчас я приду. Приходи уже. Давай, ага. Ребята, всем привет, с вами я, Коля, и, короче, хорошо, что я проходил курс, ребята, подготовки как раз-таки в пожарных, ребята, я хочу стать будущим пожарником, поэтому, ребята, я проходил недавно буквально эти курсы, сейчас мы разберемся, по-любому там в бабкином новом доме проводкой воняет, нифига себе, ребят, смотрите, бабка уже забор возвела, вот это крутяк, кстати, ребят, напишите, какой у вас телефон, вот у меня iPhone 8, ребята, а вы напишите, какой у вас телефон, вот напишите в комментарии сейчас, так... Если ты хочешь получить эту супер-классную и крутую машину, которая умеет плавать под водой, перемещаться во времени, летать, то тогда просто поставь лайк и подпишись на канал. И когда ты это сделаешь, она обязательно появится, я не шучу. Просто поставь лайк и подпишись на канал. О, смотрите, вон видно же горит что-то. Бабка, бабка, ты где? Я на кухне! Выходи скорее сюда! Куда? У тебя там горит с той стороны какая-то деревяшка. Где горит? Как, куда горит? Зачем все, горит? Ребята, почему ладно, горит? Пока эту бабку дозовешься, лучше я сам все потушу. Сейчас я иду. Смотри, куда? Куда идти-то? Ого-го. Да вот где у тебя ванна, что ли? Что ты такое у тебя тут? Да, ванна это. Сейчас. О, ёкерный балет, это же мой мост загорелся. Че это такое за деревянная бабка? Это мост! Какой мост, блин? Ну ты смотри, короче, ты такой ванной при это принялся, такой жаренький, паренький, потом бац! А что оно загорелось-то вообще непонятно, короче. Так, а вот я это... вот это, кстати, не знаю, до сих пор горит. Ребята, ща потушим, бабка, сейчас. Да что ты мне вообще, знаете, все, развел? Все, бабка, кажись, потушил. Так, нет, еще не потушил. Вот тут вот немножечко. Да, бабка, все, потушил, кажись, да. Все, давай теперь реки убирай. А сама? Реки убирай. Ладно, ладно, сказала. Все, хорошо, хорошо, сейчас уберу, бабка, все, не ворчи. Сейчас я буду смотреть на вот эти вот реки, которые у меня тут плывут. Так, так, сейчас все, ремонт наведем, бабка, сейчас. Давай, так. давай. Так, отремонтируем, мне все кажется, починим. Мне главное... кажется, все равно воняет. Да не, вроде не воняет, бабка, это, наверное, остаточно уже. Да вроде нет. Точно не воняет? Ну, посмотрим сейчас. Как будто бы воняет. Да не, мне кажется, кажется. Но сейчас посмотрим, сейчас мы этот мост уберем полностью, так? Ага. Так, по крайней мере, главное его, бабка, отсоединить от твоего дома. Ну, на всякий случай, вдруг если он еще раз загорится. Ну, да, а да, потом, если что, да, снова достроишь, если все хорошо будет. И это так? Я согласна, я согласна. Так, нет, ну... надо другой, наверное, мост построить. Да, не деревянный, баб. Ну, все, это не все сломать. Так. Баб, пойду-ка я, если тебя воняет, дом посмотрю еще. Ну ты давай, заканчивай и пойдешь. Ну ладно, все, давай. Так. О. Все. Фух. Пошли через кухоньку зайдем. Пойдем через кухоньку. О, тебе еще окна открыты, нифига. Это я проветрила, воняет, потому что. О! О, бабка, так у тебя тут все изменилось. В смысле, бабушка вообще-то ремонт затеяла, что непонятного, о, да? О, какие у тебя тут вкусняшки-то. Так ты слушай, там давай это, ну, здесь... не раздевай. Но здесь чем-то вкусно пахнет. Не, бабка, здесь не пахнет, пойдем дальше. Не пахнет? Ладно. Не, не пахнет. Так, здесь у тебя пока ничего нет, ага. Так. Пока ничего, здесь ничего и не будет. А, там ничего не будет, да, ну ладно. Нет. Так, что тут? Тут? Тут нормально все, ребят. Тоже не пахнет. Кстати, смотрите, ребят, бабка ремонт сделала. Интересненько. Ладно, пока секреты искать не будем. Просто пройдемся, погуляем по дому бабки Грэнни. Гуляем по дому. Тоже ни почему не пахнет. Воняет? Да вроде нет. В шкафах сейчас тоже не воняет. Так. Подождите, ребята, в смысле? Бабка, это твои тапки в шкафу стоят? Так! Ты зачем в шкафы мои лазил? Я не понял. А там, по-моему, что-то воняло, бабки. Я случайно. Я тебя сейчас навоняю. Я тебе сказала, не надо в шкафы лазить. Ну, в ванне вроде как ничего не пахнет, да? Ну как, воды, у тебя воды, бабка, нет, понятно. Воды нету. Так потому что я перекрыла. А, ну правильно, когда что-то пожар, надо воду перекрывать. Это логично, да, бабка, ага. Да. Ого, какая у тебя красота, бабка, вчера же ничего. Ты медведя приперла. Ого. Естественно, да. Так. Ого, это что, тут пир на весь мир, что ли? В смысле пир на весь мир? Это вообще-то для конференции для бабушкиной. Все, давай. Так, опять ты рот разинул, что ли? За какой баб конференции? Офигеть. Какой надо? Ставишь чей? Какая здесь красота? А, ты всех клюшек соберешь? Я понял. Так. Ты что, нас оскорбить решил? А, нет, так, третий этаж надо посмотреть. Ты сейчас не договоришься. А, тут еще ничего нет, тут и даже загораться-то нечему. Так, пожарная безопасность, ага. Ну все, бабка, нормально, все, понятно. Ну все, отлично, вали. Да, все, пошел, бабка. Ну, ты если до что... До свидания, это, ага. Ты если что, говори. Я пошла. Хорошо, ага. Хорошо. Кстати, баб, а что ты это? А что ты подвал не делаешь? Сделаю, да, потом. Все, иди домой. А, все, пока. Потом? Потом, я сказала. Потом, ребята? А вам не кажется, что здесь какой-то спуск вниз уже есть? А, ничего себе.
Ничего себе, ребята, смотрите-ка. Офигеть. Папка говорит потом, а по факту он уже здесь есть. Давайте-ка спустимся. Что-то... Ребята, это... Бабка! Ты еще тут, что ли? А подойди-ка, где ты там подвал собиралась сделать, бабка? Подойди-ка сюда. Я нигде не собиралась делать. А ну ты там уже что-то сделала, смотри, бабка. Я просто забыла тебе сказать. А что, кто это? Что это они все в крови-то? Детишки какие-то? Так это детки, да. Чьи детки? Так это не чьи детки, их мама с папой бросила. Бездомные они. А почему ты их в клетках держишь? Да не в клетках, это они у меня тут живут. Я им просто кровать еще не успела купить. В клетках живут? Ну, где они должны, по-твоему, жить? Ну, вдруг они воры? Слушай, правда, вдруг они... Да? Знаешь, это сейчас распространено там вот всякие вот эти вот глупости, что дети там приходят, типа, вот помогите, вот, а на самом деле вот, что-нибудь стащить. Правильно, вот, бабка, знаешь. Боитесь, да, боитесь. Хорошо, ладно, ага, пошел, давай, пошел. Ага. Блин, ребята, слушайте, а ведь и правда, это неоднозначно, да, ведь согласитесь, что бабка, конечно, монстр, вообще конкретный. Ну, а если... Кстати, бабка, ребята, вход еще пока себе в дом не сделал. Смотрите, вообще реалистично, да, прям как в самой настоящей Грэнни 3 все сделано. Но только, ребята, вообще непонятно. Блин, а вдруг детишки и правда какие-нибудь злые, это вдруг монстры. Короче, знаете, что я хочу? У меня тут, ребята, стейки есть. Давайте их мяском покормим, а то, мне кажется, бабка их какой-нибудь кашей будет кормить. Сейчас возьмем стак стейков, так их там четверо. Ну, так, стаков пой. Что ж, по 5 я им сделаю, так, ребята, давайте. По погоде. Так. Заходим аккуратненько домой. Алло! Дед! Бабка с кем-то. Знаешь что? Черешни купи. Да, все. Черешни, ребят, давайте. А то я телевизор смотрю, мне надо черешни поесть. Тебе держи, так. Давайте тебе даже побольше накидаем. Что там? Спасите нас. Помогите нам. О, в смысле, ребята? От кого спасти? В смысле? От кого помочь? Что-то я вообще ничего не имел, ребята. Пока давайте кормим. Так. Где пульт? Какой у тебя пульт? Так, слушайте, но если они говорят спасти их, может быть и правда лучше. Да. Открыть так. Решетку. Блин, ребята. Куда пульт-то делся, а? Ну давайте посмотрим. Давайте посмотрим, ребята. Вот так вот им на поверхность все выкопаем. Так. Вот так вот. Так, отлично, ладно. Одному. Тихонечко. Потом, значит, сюда. Пока туда, бабка, сюда. Ребята, нас не видит. Тихонечко каждому выход сделаем. Вот так вот. Спокойненько. Так. Отличненько. Все. Они могут спокойно уходить. Точно, ребята, я даже знаю, что мы сейчас с вами можем сделать. У меня же есть волшебный кристалл, ребята, смотрите. Мы сейчас... Так! Маме... А? Чё? Ты чё тут забыл? А я? Смотри, баб, тут какие-то таблички появились. Я даже не знаю, там нет было никаких табличек. Ты не знаешь? Да? Нет. Ну ладно. Мне показалось. Но они сбежали, куда пойду их поищу. Куда детей, я тебе говорю? Детишки, пути пока здесь. Так, я тебя спрашиваю, куда ты дел детей? А я их отпустил. Зачем? В смысле, зачем? Они бабка. Бездомные, я тебе говорю. Да в смысле, они бездомные, если они просят как раз-таки убежище и спасти их, а? Какого убежища? Никто ничего не просил, иди посмотри, там ничего не было. Тебе показалось? Да, показалось? Ну-ка. Показалось, я тебе говорю, тебе показалось. Ребята, смотрите-ка, она убрала таблички. Ну вы же видели, ребята, видели вы? Я тоже видел. Ладно, их все равно найду. Так, ребята, у меня есть хитрый план. Так, ребята, сейчас я вам его продемонстрирую. Интересно делал. Бабка? Чего? А ты же говорила, что у тебя подвала нет, да? Нет. Ну, он только строится же. А, ну я понял. Так. Поэтому давай отсюда уже, иди, а! Что ты а делаешь? Знаешь, что я думаю? Ты что? Я тебя спрашиваю, что ты все время жаришь в моем доме, я тебе говорю! Ребята, замуруем его бедроком. Иди отсюда! Я тебя в этот подвал сама не посадила, понятно? А его больше нет. Вот так значит, да? Хорошо, ладно. Вот сейчас я его откопаю, и для тебя-то как раз я там камеру-то и сделаю. Ну ладно, бабки, я вообще пошел. Не будешь ты в бедрок сидеть никогда. Если что, ты обращайся. Блин, ребята, короче, надеюсь, я тихо. Сейчас, подожди, сейчас бабка тебе устроит. По-моему, они в другой стране, надо им помочь. Хотя бы, я не знаю, какой-нибудь, может быть, временный домик построить. Ведь реально непонятно. Так, они, может быть, уже ушли куда-то? Так, ребята, непонятно. Хулиган! А? Чего? Готовься! К чему? Твоя участь настала. Баб, какая участь? Мне уже страшно. Я тебе сказала, ты будешь сидеть. Я для тебя отдельную камеру построила. Из бедроку. А может, все-таки не надо? Так. Надо, Федя, надо.
Блин, папка, давай без вот этих вот глупостей, пожалуйста, своих, хорошо? Без глупостей? Тогда не надо было в моем доме лазить. Понятно, когда тебя никто не просил лазить. А я лишь спас тех, кому нужна была помощь. А никому не нужна была помощь, понятно? А мне кажется, они писали «спасите нас». А тебе кажется, когда кажется, креститься надо? Ребята, это 100% бабка, ребята, монстр. Ну все. 100%. Жди меня, сегодня я приду к тебе в 3 часа ночи. Блин, ребята, слушайте, как вы думаете, придет ли ко мне бабка? В общем, если вы хотите это все узнать, обязательно, ребята, ставьте лайки. Напоминаю, ребята, 1000 лайков, и следующий видос про бабку Гренни выходит именно сегодня. Поэтому, ребята, обязательно. Тогда мы узнаем, что хочет от меня бабка Гренни в 3 часа ночи. Я даже не знаю, если она сможет, конечно, прийти. Но мне кажется, ребята, она реально придет. Поэтому надо будет готовиться. В общем, сейчас я вот этот вот домик им тут дострою, ребята, вот так вот. Так, это получается, надо вот так вот им достроить, ребята. Все-таки им тоже, ребята, помочь надо. Вот так вот. А дверку они пускай себе сами сделают. Главное, им крышу над головой сделал, все, пускай выходит, заходят, ребята. И вроде как бабка здесь их не должна найти. Ну а теперь мне надо идти домой и готовиться, ребята, к ночи, потому что, ну, время, конечно, еще, ребята, довольно-таки близится к обеду. Еще есть, ребята, огромное количество времени. Но если бабка придет, мне надо быть по-любому готовыми, чтобы если она пришла, я сразу сделал что-нибудь с ней. В общем, буду готовиться, а вы, ребята, обязательно меня поддерживайте, нажимайте на видео, которое видите на своих экранах. Всем удачки, всем пока-пока.